Вот уже несколько месяцев от владыки Архимонда нет никаких известий. Сколько можно присматривать за этой поганой нежитью? Почему мы до сих пор здесь? Датарок. Нам было приказано наблюдать за этими землями. Мы должны оставаться здесь и следить за тем, чтобы плеть была готова к дальнейшим действиям. Верно. Но мы уже слишком долго не получали никаких указаний. Легион давным-давно разбит. Неужели они ничего не знают? Сложно сказать. Но чем дольше они будут командовать, тем хуже для плети. Что? Кто это? Приветствую, повелители ужаса. Как любезно с вашей стороны было присмотреть за моим королевством в мое отсутствие. Премного благодарен, но больше в ваших услугах я не нуждаюсь. Принц Артас, это наша земля. Плеть принадлежит легиону. Уже нет, демон. Ваши хозяева разбиты. С легионом покончено. Пришла пора и вам умереть. Вздор! Это еще не конец, человек. Мы знали, что ты вернешься к нам, принц Артас. Я действительно вернулся, Лич. Но отныне изволь обращаться ко мне как к королю. Это моя земля. Теперь мы должны окончательно очистить мое королевство от людей. Но, мой король, люди уже бегут из своих поселений. Они направляются к ущельям. Если они скроются в горах, искать их там будет бесполезно. Значит, перережем их до того, как они доберутся до гор. Их смерть станет достойным подарком для Нерзула. Ледяная скорбь жаждет крови. Говори. Слушаю. Я размышлял. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Наконец-то. Так-то лучше. За короля Лича! Укажи мне цель. Я буду твоими глазами. Ты увидишь все. Будь осторожен. Наконец-то. Остановите их, пока они не вошли в ущелье. Наши войска атакованы. Ну что еще? Артас, ты не достоин носить корону своего отца. Можешь убить меня, но мои товарищи отомстят тебе. Оказывается, кто-то из вас все-таки пережил первую зачистку. Впрочем, это не важно. Сегодня я положу конец вашему лицемерному ордену. Слушай, мы повинуемся. Я здесь. Никто не смеет мне приказывать. Нашим союзникам нужна помощь! Отдай приказ. Кто звал меня? Мой долг повиноваться. Приказывайте! Слушай. Зачем меня призвали? Если ты так хочешь. Укажи мне цель. Момент настал. Люди приближаются к ущелью. Их нужно остановить. Нашим союзникам нужна помощь. Если так надо. Отдай приказ. Иди сюда, предатель. Познай гнев божественного света.
Твое желание – закон. Укажи мне цель. Несомненно. Я здесь. Будь осторожнее. Отдай приказ. Конечно. Пора уравнять чаши весов. Да не дрогнет. Говори. Моя рука. Нашим союзникам нужна помощь. Ледяная скорбь. У меня нет времени на игры. Вперед! В бой! Что-то не так? К твоим услугам. Слушай, мы повинуемся. Говори. Ледяная скорбь жаждет крови. А, наконец-то. Несомненно. Я здесь. Момент настал. Наши войска атакованы. Пора уравнять. Будь чаши осторожен. Весов. Так-то лучше. Нашим союзникам нужна сложат легенды. Тьма зовет меня. У меня нет времени на игры. Что ты хочешь увидеть? Отдай приказ. Не знайте пощады. Кто звал меня? Решай. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Нашим союзникам нужна помощь. Ну что еще? Говори. Тьма зовет меня. Будь осторожен. Кто звал меня? Я размышлял. Ну что еще? Наконец-то. Люди приближаются к ущелью. Их нужно остановить. Наши войска атакованы. Так-то лучше. Конечно. Момент настал. У меня нет времени на игры. Что-то никто не смеет нашим мне приказывать. Нашим союзникам нужна помощь. К твоим услугам. Во имя короля Лича. Разумно. Ты увидишь все. Нашим союзникам нужна помощь. Кто звал меня? Да не дрогнет моя рука. Вперед! В бой! Нашим союзникам нужна помощь. Конечно. Будь осторожен. Да. Наши войска атакованы. Никто не смеет мне приказывать. Твоим услугам. Отдай приказ. Нашим союзникам нужна помощь. Меня никто не заметит. Мы никогда не предадим Лордерон Артас. И никогда не сдадимся. Остановите их, пока они не вошли в ущелье. Слушай, у меня нет времени на игры. Конечно. Нашим союзникам нужна помощь. Чаши весов. Несомненно. Отдай приказ. Мой крепкий сделает сердца живых. Получай. Ну что еще? Наконец-то. Наконец-то. Я размышлял. Войска атакованы! Разумеется. Я здесь. Я буду твоими глазами. Тайное ну стало явным. Мой наконец-то. Крик леденит сердца живых. Никто не смеет мне приказывать. Чем могу помочь? Говори. Нашим союзникам нужна помощь! К твоим услугам!
Да, сейчас. Кто звал меня? Да, сейчас. Остановите их, пока они не вошли в ущелье. На помощь! Ну что еще? Ты узнаешь, что такое боль. Что-то не так? Ты узнаешь, что такое боль. Слушаю. Момент настал. Нашим союзникам нужна помощь. Что-то не так? Как больно! Что со мной? Опасность близится. Сила на исходе. Времени почти не осталось. Тебе нужна помощь, король Артас? Нет. Боль ушла. Но я совсем лишился сил. Со мной что-то не так. Может быть, стоит отозвать войска? Нет. Я должен довести начатое до конца. Вернемся к этой загадке, когда покончим с делами. Нашим союзникам нужна помощь! Я размышлял. Что прикажешь? Здравствуй. Если так надо, укажи мне цель. Вперед! В бой! Нашим союзникам нужна помощь! Отдай приказ. Не знайте пощады. Люди приближаются к ущелью. Их нужно остановить. Кто звал меня? Мой решающий выбор. Сердца живых. Нашим союзникам нужна Разумеется. Помощь! Разумеется. Гори! Во имя Короча! Не щадить никого! Никто не смеет мне приказывать. Ледяная скорбь жаждет крови. Я здесь! Да не дрогнет моя рука. Наши войска атакованы. Мой крик леденит сердца живых. Удиви меня. Мертвые ждут. Мертвые ждут. Наши войска атакованы. Кто нарушил мой покой? Говори. А, наконец-то. Твоим услугам. Укажи наши мне войска цель. Атакованы. Я размышлял. Слушаю. Кто нарушил мой покой? Нашим союзникам нужна помощь. Мой долг полевать. Твоим услугам. Будь осторожен. Так-то лучше. Наконец-то. Наконец-то. Кто звал? Отдай мне раз. Наши войска атакованы! Говори! Что-то не так? Я здесь! Что прикажешь? Укажи мне цель! Будь осторожен! Отдай Что-то приказ! Что-то не так? Получай! Гори! Нашим союзникам нужна помощь! Я здесь! Пора уравнять чаши весов! Никто не смеет мне приказывать! К твоим услугам! Нужно построить лекура! Будь осторожен! Кто звал меня? Слушай, ему слуга. Нужно построить зиккурат.
Вперед! Говори! Вон! Ну что еще? Так-то лучше. Укажи мне цель. Никто не смеет мне приказывать. Я размышлял. Ну что еще? Ледяная скорбь жаждет крови. Кто звал меня? Гори. Решающий выбор. Что-то не так? Момент настал. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Кто звал меня? Говори. Я здесь. Отдай приказ. Будь осторожен. Никто не смеет мне приказывать. Приветствую вас, высочество. Будь осторожен. Отдай приказ. Я размышлял. Что еще? Говори. Что-то не так. Ну что еще? Я здесь. Во имя короля Лича. Будь осторожен. Укажи мне цель. Никто не смеет мне приказывать. Отдай приказ. Кто звал меня? Слушай. Говори. Нашим союзникам нужна помощь. Твоим слугам. Я здесь. Будь осторожен. Кто звал меня? Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то с Альянсом покончено. Как только мы уничтожим отставших... Опять! Это я, король Лич. Ледяной трон в опасности. Ты должен немедленно вернуться в Нордскол. Выполняй приказ. Мой король, тебе плохо? Отвези меня обратно в столицу. Меня ждет дальняя дорога.